Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами проведем исследование, расследование и узнаем, что же все-таки дороже, лавовое дерево или золотое. Как нам это проверить? Ну давайте вначале мы нагрузим древесину в кузов и посмотрим, сколько за кузов древесины нам дадут денег. Первым на продажу, как вы уже обратили внимание, мы везем золотое дерево. Мой баланс до продажи дерева составлял 839 долларов. После продажи целого кузова золотого дерева я выручил 3390 долларов. Пришло время оценить, сколько же нам долларов дадут за кузов лавового дерева. Но прежде хочу сказать, что лавовое дерево само по себе больше. Оно имеет больше ответвлений и оно само по себе тяжелее, то есть оно массивнее, чем голден дерево. Поэтому само дерево, если его целиком продавать, оно будет по-любому дороже Golden Wood. Однако, мы же не будем с тобой тащить целое дерево на своем горбу до нашей базы. Это займет очень долгое время. Поэтому мы рубим дерево, разрубаем на маленькие кусочки и грузим в машину. А это означает, что мы увезем с вами любого дерева ровно столько, сколько нам влезет в кузов. И получается так, что не имеет значения, если вы не носите дерево на своем горбу, какого оно размера и какой оно толщины. Но вы можете сказать: какого фига, я же на болото-то не заеду на тачке, так что о чем речь? Ребята, на болото заехать на тачке можно, и я вам чуть позже это покажу. Но сперва наше расследование-исследование. Как вы видите, лавовое дерево по сравнению с золотым гораздо массивнее и больше. И чтобы забить мой кузов машины, мне потребовалось всего 4 огромных кубика лавового дерева. Мой баланс до продажи составлял 616 долларов. И каково было мое удивление, когда я все продал? Оказалось, что лавовое дерево ни в чем не уступает золотому, а даже оказалось лучше. Я выручил с него 3960 долларов. Это, между прочим, на 570 баксов дороже, чем кузов золотого дерева. Но я не мог угомониться и продолжал свое исследование, потому что не могло быть так, что золотое дерево, которое дороже лавового, так сильно уступало в цене. Где тогда игровая логика? Зачем сделали это золотое дерево? Ну да, разве что из-за цвета сделать себе царство золотое или еще что-нибудь. Но зачем его делать тогда ценнее лавового? Меня эти вопросы мучили, и я решил провести исследование по всем критериям ученого. Я сделал абсолютно идентичные две балки золотого и красного дерева и повез их на продажу. Мой бюджет до продажи древесины составлял 11 996 долларов. Давайте округлим до 12, чтобы было проще считать. Итак, золотое ушло за 1330 долларов. И вновь меня ждало удивление. Красное ушло за 1042 доллара. Это дешевле, чем золотое на 280 баксов. Ну что, господа, делайте выводы. Я для себя сделал, и получилось так, что если бы мы везли красное и золотое дерево в одинаковых пропорциях, то золотое выиграло бы красное с приличным отрывом. Но так как это сложно, то проще заработать на красном дереве. Или же удариться в хардкор и возить золотое дерево огромными бревнами. А для этого понадобится 3 золотых дерева, когда красного понадобится всего одно. Мы снова с тобой на вулкане. Сейчас я покажу тебе тропу, которая приведет нас к болоту. И скажу тебе, что эта тропа не предназначена для машин. Так что тут как бы два варианта. Либо ты доедешь, либо ты добежишь. Если ты все-таки хочешь доехать, то тебе понадобятся напарники. Сперва спускаемся с вулкана вот по этой горке. Здесь лучше не торопиться. Все делай не спеша, не торопясь. Дожидай своих напарников. Если они попали в беду, то помогай им. Все-таки чем больше машин у нас будет, тем лучше. Но мы продолжаем. Так как здесь нету спусков плавных, нам здесь нужно будет прыгать по скалам. Лучше всего это делать задом. Так больше шансов, что машина не перевернется. We'll be right back.
Ну вот, самое сложное уже позади. Сейчас у нас будет небольшой кусочек дороги, по которой мы сможем спокойно проехать. Остался последний спуск. Единственная проблема — это то, что он очень высокий. Вероятность на нем перевернуться тоже очень высокая. Я прошел с первого раза и ни разу не перевернулся. Я думаю, что заслуживаю лайка. Не так ли? Осталось перевернуть моего напарника, и мы уже почти на болоте. Да, ситуация, конечно, неприятная, но благо я с напарниками, и они мне помогут отсюда вылезти. Они мне уже скинули дерево. Так что воспользуемся старой схемой и взберемся обратно. Ну вот, ребята, и все. Остается только заехать в эту пещеру, проехать немножечко, и мы оказываемся на болоте и на машине. Это, конечно, немного сложновато и муторно, но факт есть факт. На машине и на болоте. Чё? Как это вообще?